Euromusic Entertainment, группа компаний «Принц» и телеканал «Армения» представляют. Москва, 3 декабря, 18.00. Государственный Кремлевский дворец. Самый долгожданный проект года. Новогоднее Таши-шоу. Участвуют Ашот Газарян, Левон Арутюнян, Арменчик, Араме, Сильва Акопян, Софи Махаян, Харут Балян, Сона, Хамлет Геворкян, Норо, Саркис Аветисян, Нарек Бавеян, Ольга Айвазян, Эдгар, Карен Исевак, Алина Мартиросян, Луиза Нерсисян, Елена Варданян, Гаяне Аветисян, Арман Томасян, Анжелика Агурбаш, Сосо Павляшвили, Жасмин и другие. Специальный гость вечера – Боссон. Спешите на новогодний огонек. Вход в вечерних туалетах ведется телевизионная съемка. Билеты по телефону плюс 7 495 517 50 57 на сайте концерт.ру или в кассах Кремля.